Рома. Сейчас вот мы сделаем, я немножко помогу. С тобой. У нас есть такая тоже традиция, вот это вот не раз вот так получилось, что вот напарник чей-то вот не пришел, и придется тренеру танцевать. Поэтому Татьяна Васильевна. Ну что, это было
целая группа начальный уровень, точнее начальники. Они у нас начальники, поэтому вот так вот их называем. Итак, идем дальше. У нас следующий номер. Сейчас смотрю. Ага, сейчас будет ответка. Хип-хоп начальники. Посмотрим, хип-хоп начальники. Может, здесь тоже не хватает кого-то, тренеру придется танцевать с ними. Нет? Здесь нет. У них все нормально. Начальники хип-хоп. Вот это были группа начальники хип-хоп. Еще раз, пожалуйста, вот гром, предсмит вот нашему Славе. Слава, я очень рад, что ты с нами, потому что я вижу, как дети тебя любят и с удовольствием, когда идут на занятия. Но мне кажется, это из-за того, что высокие подарки даришь, да, все. Наклеечки, так и всякие куколки, да, вот так вот. Надеюсь, что нет. Не-не, ты что-то любишь танцевать. Итак, сейчас у нас опять ответка бальных танцев. У нас сейчас будет продвинутая группа. Сейчас будет такой, обычно вот ставим какие-то зажигательные танцы, веселые такие, а это будет такой нежный. Нежный, медленный вальс. Итак, пожалуйста, все, кроме продвинутой группы, то есть вот те, которые не продвинуты, вот чуть-чуть назад, а продвинутые, пожалуйста, занимают оппозицию. Thank you.
грубо продвинутые бальные танцы. Молодцы, ребята. Просто чтобы знали, вот, что это была за последняя сценка. Это не вот последствия вот, коронавируса, да? А вот Sleep Song, это вот называется, вот, это колыбельная, поэтому они заснули в конце. Вот так вот. Артём, правда, не знаю, он так спит всегда, вот, родители. Артём, ты в таком положении спишь, да, вообще? Интересно. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас будет ответка опять. Бальные танцы. Внимание. Группа средний. Сейчас будет достаточно романтики, да? Поэтому давайте немножко зажжем. Средняя группа, пожалуйста, на свои позиции. На свои позиции. Пока все строятся, вот, отдельно вот, благодарен всем родителям, которые стараются на своих детей, вот, костюмы просто шикарные. Мой аплодисмент. Все, поехали! Сейчас будет ответка, еще один такой вот танец уличного направления. Кстати, вот если я не ошибаюсь, его приняли вот сейчас в олимпийский вид.
не знаю, это спорт. Это, короче, вот, ладно, не буду умничать. Брейк-данс. Следующая команда брейк-данс. Пожалуйста, сейчас будет жарко. Все, пацаны готовы? Все. Thank you.
Браво, брейк-данс! Вот я должен сказать, что вот постановщик, тренер вот брейк-данса у нас Лилиан, к сожалению, он не мог сегодня присутствовать, но вот видите, он их так приготовил, подготовил, что они справились без него. Так что вот отдельные вот аплодисменты, ребята, молодцы. Вот это мощь. Егор, сколько раз надо отжиматься, чтобы так станцевать? 150! Вообще, вот видите, богатыри вот. Итак, что как-то грустно, вообще так, последний номер. В смысле не грустно, потому что сейчас танцует, а потому что вот надо будет потом прощаться. Последний... Ну, а торт это потом отдельная тема. Сейчас вот заканчивает наш концерт, вот творческая группа, мы их назвали «Мармеладки». Мармеладки, хорошо. Елизавета попросила слово, поэтому передаю микрофон. Аплодисменты. Дорогие Татьяна Андреевич, мы на всей нашей дружной компании «Банников» хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы в Новом году у вас было больше счастливых моментов, чтобы больше было поводов для радости, чтобы вы сами и ваши близкие, семья были всегда здоровы, счастливы. Мы вас очень любим. Спасибо все, что вы делаете для наших деток. Приносите радость нам каждый день. Спасибо. С Новым годом! Это подарок. Спасибо. Спасибо большое. Все собрались? Сейчас вот надо как-то подытожить вот наш концерт, да. Сначала хочу вот поблагодарить всех наших тренеров, которые у нас здесь трудятся, и вот делать ваших детей счастливыми, и вот самое главное, вот более здоровыми и вот лучшими. Владислава, аплодисменты! Подарок. Вот если уж там Татьяна Васильевна. Подарок, подарок.
Здесь их нету больше, но уже сказал. Лилиан Брейкданс. Аплодисменты. Гимнастику ведет у нас Настя. И надо получить. Настя, короче, Настя. Настя ведет тоже вот полденс детский, полденс взрослый. Так что вот такие дела. У нас есть, короче, еще вот взрослые направления, поэтому не буду всех причислять для того, чтобы не тянуть время. Что хочу в конце сказать. Вот я очень-очень рад, что вот мы вместе, ребят, вот вдоль зеркала, так, чтобы была красивая картина, вот так вот. Я очень рад, что мы уже 5 лет вместе с вами, что вот можем делать ваших детей вот счастливыми и вот улучшаем их качество жизни, так сказать. И вот хочу поделиться вот с одним таким наблюдением. Это как бы для меня откровение вот этого года, но уже до этого знал. Если вам интересно, конечно, родители. Есть вот дети, которые прогрессируют быстрее других. И я понял, почему. Вот как знаете, вот танец — это, по сути, многозадачность. То есть мы выполняем много задач одновременно. И прогрессируют те дети, которые способны очень хорошо сосредоточиться к занятию. То есть те дети, которые сосредоточены, которые не балуются, которые слушают внимательно, которые выполняют все задания на все 100 всегда, те прогрессируют быстрее остальных. Вот и все. Вот простая формула, кажется, но вот она действует. И я думаю, что вот согласитесь со мной, те, которые у вас школьники, что в школе такая же история, фортепиано такая же история, поэтому вот так вот. И самое вот приятное, то, что в этом году для меня, то, что несмотря на такой вот трудный период, ну, короче, говорят, что трудный период, там, по телевизору и вот так вот, честно, уже не смотрю на его, но тем не менее, мы сумели вот продолжать вот это наше дело, продолжать заниматься, продолжать трудиться, вот, чтобы они стали лучше. И вот я думаю, что вот все эти кубки, которые они приносят, все эти улыбки, которые они вот получают в нашем, это как бы доказательство того, что у нас вроде как бы так неплохо получается. Так что вот, ребята, вы классные. Спасибо. А теперь я попрошу всех спортсменов очень громкие аплодисменты. Знаете кому? Не Деду Морозу, а вашим родителям, потому что без ваших родителей у вас если не было, как минимум. И после того, как вот станцевали, обязательно надо побежать и поцеловать. Потом, Лёшка, ну или сейчас. Да. Потом. Мы сейчас... Такая машина, как я сказал? Ну нет, ладно. Я полностью согласна с Андражем, могу только расписаться в конце. Расписаться. Все, распись. А теперь сделаем вот так вот. Там вот зеркало вот встали, вот чтобы вот сделать такое групповое фото на память. А потом у нас есть вот где-то там, не знаю, час, вот час 15. Вот здесь вот спасибо большое Людмиле и вот остальным родителям Елизавете, как и Людмиле. Елизавете и Людмиле тоже, кстати, Людмила, вот, вот видите, вот. Спасибо, Людмила, что вы у нас есть. Очень сильно помогает Елизавета и все родители, которые тоже участвуют в организации всех вот этих мероприятий и вот поддерживают нас. После этого небольшая такая дискотека, немножко потанцуем, немножко покушаем, попьем, бананчики есть, здоровое питание. И с наступающим Новым годом, Татьяна. Нет, уже ничего. Ладно, сейчас фотку на память сделаем.